Ну что, Критобул, готов к состязанию? Посмотрим друг друга. Какому созданию больше всего отдана красота? Скажи мне теперь, в чем она разлита? Управа, Сократ, с тобой спорить жутко. Однако не стану скрывать я рассудка. И лошадь прекрасна, и бык превосходен. У щита и меча был язык ее сходен. А может красота их быть такой схожей? Ведь разность предметов так в смыслах расхожа. Они на друг друга совсем не похожи. Рассуди же теперь мне свой смысл построже. О, Сократ, если сделано слаженно, и в нуждах сподручная эта налаженность, то предметы с собой весьма хороши. Красота их в пользе для блага души. Хорошо, Критобул, теперь мне скажи, и ответом своим красоту подскажи. Знаешь ли ты, зачем нам глаза? Для чего же даны нам их образа? Понятно, зачем, да это пустяк. Вопрос-то в меня совсем не напряг. Зачем нам глаза? Да чтобы видеть могли. Смешно. Иначе зачем они нам нужны? Принимаю ответ твой, рассудил ты логично. Красота моих глаз над твоими владычна. Ты смотришь лишь прямо, а я и раскоса. От выпуклых глаз обзор прямо разросся. Тогда, Сократ, судя по-твоему, глаза всех животных рака ужаснее. Ведь выпуклые очи его попрекраснее. Глазей глазастых он, так ведь по-твоему? Несомненно, Критобул, так оно есть. В силе зрения природных естеств глаза его превосходнее всех. В этом его несомненный успех. Ну хорошо, тогда уточни мне, чей же нос лучше, ты поясни мне, мой или твой, в чем не равны, чем красивее и в чем же страшны? Думаю я, Критобул, мой красивее, в обаянии сила его посильнее, ибо ноздри мои твоих помудрее, твои смотрят в землю, мои пощедрее. Да ладно, Сократ, да ведь это не ново. Приплюснутый нос чем красивее прямого? Странно мне слышать, смешно твое слово. Ты правда не видишь ничего в нем дурного? Да, Критобул, и пользы в нем много. Для вольности взора он служит премного. Высокий же нос разделяет барьером. Издевается, словно над глазами потеря. Что касается рта, Сократ, тут я уступаю. Победу твою я сюда приглашаю. Если рот создан, чтобы откусывать, тот, чей рот больше, сможет больше покусывать. Судя по твоему, Критобул, можно подумать, рот у меня безобразнее ослиного. Все же не хочешь ты передумать, что в пользе моя красота благочиннее? Больше, Сократ, возражать я не стану. Пусть же вот судьи теперь нас рассудят. Кому из нас больше камешков будет, тот из нас красивее и станет. Девушка с юношей судьями были. Камешки больше Критобулу сложили. Критобул в красоте победу восхитил. Увидев же это, Сократ вдруг воскликнул. «Ай, ай, ай, Критобул, серебро же нечестное!» Честное делает людей справедливыми, а твое в большинстве дело известное, как судей в суде делает лживыми.